Что тебе нужно от скромного торговца? Пожалуйста, не спеши. Приветствую. Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши.
Армия поднятых похотью мертвецов неисчислима. Расторопный Гришу.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник.
А тот переключатель не получится использовать снова?
Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Что это за новый кошмар? Просто не терпится узнать. Это был сарказм? Госпожа. Oh!
не хочу умирать!
Чего ты хочешь? Я не хочу умирать!
даже не сомневаюсь. Говорил Узи? Наверное. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока прощаюсь. Чего ты хочешь? Назад! Прошу. Thank you.
Твои вопли словно колыбельные. Да, это сарказм. Даже не знаю, кто из вас хуже. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Приветствую. Не спеши. Вургрим сможет дорого это продать. Вургрим сможет дорого это продать. Как хочешь. Это... позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока.
пока прощаюсь. Let's go.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник.
Это был кто-то из семи? Возможно. Кто-то мог измениться с последней встречи. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как место, да? Ты ничему не научилась? Внешность бывает обманчива. К тому же похоть никогда не выглядит так, как ожидаешь. Что ты имеешь в виду? Определение греха – один разговор, но вот похоть – нечто совсем иное. Особенно если знать, что люди понимают под этим словом. А, похоть как сильное желание. Притом любое. У людей весьма развито воображение. Похоть может быть чем угодно для кого угодно, потому он так и опасен. Слишком опасен, госпожа? Вовсе нет.
Знаешь ли ты, чего жажду я? Чего осталось хотеть в этом разбитом мире? Власти. А я-то всегда считал тебя умнее прочих. Какая жалость. Чем обязан этому условному удовольствию? Меня ведь посетила прославленная всадник. У меня здесь лишь одно дело. Нам обязательно прибегать к насилию. Ты уже заслужила мое почтение. Я тут не за твоим почтением, а за головой. Ну же, ярость. Я ведь не варвар, как остальные. Нет-нет, нам ни к чему сражаться вновь. Скажи это совету. Здесь их нет. Потому я говорю это тебе, королеве всадников, могущественной, вооруженной пустотой пламени, крестовым клинком, легендарным хлыстом. Похоть, тебе не отвлечь меня! Неужели? Истина зачастую отвлекает, если живешь ложью. Ты говоришь так, словно мы заклятые враги. Зачем нам это нужно? Свою роль во Вселенной я знаю. Любопытно, переставала ли ты хоть ненадолго сомневаться в своей? Ты всадник. Но почему? Ты сама сделала выбор. А если так, что тобой двигало? Заткни пасть и сражайся! Ты ведь даже не знаешь, за что сражаешься, так ведь? Может, за своих братьев? О, разумеется, нет. Всем известно, что ты противостоишь им. Ты стремишься к некоему равновесию. Ты ведь и не верила в высшее благо, пока тебе это не стало удобно. Я вижу в твоих действиях совсем иную жажду. Жажду власти, привилегий и защиты от неотвратимого падения нефилимов. В конечном счете это делает нас союзниками. Разве не так? Позволь-ка мне, ярость. Смерть? Что ты... Что вы все здесь делаете? Разве нас, всадников, не четверо? Мы здесь, чтобы подтвердить выполнение задания. Задание? Другие грехи пали от моей руки! Смерть освободил войну и восстановил его доброе имя. Но что важнее, мы раскрыли великий заговор. Какой заговор? Небеса и ад втайне договорились. Начать апокалипсис раньше, чем кто бы то ни было мог подумать. Обугленный совет отправил нас всех вместе посеять смуту и там, и там. Равновесие будет восстановлено, виновные будут наказаны. Значит, все это... Мы должны сместить обоих правителей. И, отмечая твою безупречную верность делу, совет постановил, что отныне ты возглавишь всадников. Тебе, ярость, выпало начать новую эру на Земле. Ну, разумеется. Наконец-то все начало обретать некий божественный смысл. Разве? Госпожа, разве все, что ты хотела, наконец не сбылось? Оставим прошлое, сестра. Теперь мы живем, чтобы служить тебе. Да будет воля твоя! Все это ложь! Что? Оу. Ну, попробовать стоило. Думаешь, ты меня так хорошо знаешь? Разве не этого ты так хочешь? Власть и вести за собой других так, как тебе угодно. Что, если эти грезы скоро станут явью?
Сперва отбрось желания других. Сосредоточься на себе. В конце концов, выбор за тобой. Так выбирай. Зря ты заставил их опуститься на колени! Ты приняла мое щедрое предложение и связалась с ангелами! Я оскорблен. И присоединяйся! У других марионетка. Присоединяйся. Подергаем за ниточки вместе. Развращение, но абсолютная власть перемалывает фарисеев
пыль. Даже если я паду, ты всегда будешь задавать себе вопросы. Избавь себя от этой пытки и присоединяйся ко мне. Попробуй достать меня. Пусть разят небесные клинки! Архангел! О, Узиэль, я так польщу! Я уничтожу тебя, похоть! Раз и навсегда! У нас был уговор! Отступись! Из чего ему тебя слушать? Он ведь знает, что уговор с тобой и вполовину не так хорош, как уговор со мной. Нет! Я сумею вернуть твоим милым ангелочкам былое величие. Да, просто защити меня от этой ужасной женщины. Узель! Разве это не будет мигом высшей славы, когда ваше войско вернется к небесным вратам целое и невредимое? Замолчи! И восстановит правду и справедливость в этом прогнившем краю. Твою правду, Узиэль. Твоим началом. Разве не чудесно? Седьмой легион. Живой и невредимый. Во всей своей славе. Я расторгаю наш уговор. Нет, Узиэль! Разве не весело? Ты вынуждаешь меня, Ярос! Даже если я поду... Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. А, заставь их кричать, всадник.